Доступ населения к компьютерной диагностике становится более расширенным и возможным. Теперь на базе Республиканского диагностического центра в Бишкеке появился первый компьютерно-томографический центр. Современные аппараты позволяют делать улучшенную диагностику здоровья. Этот кабинет компьютерной томографии откроется примерно где-то через месяц. Я думаю, здесь будут работать наши врачи, наши специалисты. Цены на обследование будут гораздо дешевле, чем в других клиниках и даже в частных клиниках. И этот аппарат на сегодняшний день единственный в Кыргызстане, 128 срезов. В основном у нас в Кыргызстане где-то 64 и 32 среза. Для реализации проекта «Установка компьютерных томографов в организациях здравоохранения в качестве частного партнера» по результатам открытого конкурса была выбрана китайская компания. Общий бюджет проекта составляет 5 миллионов долларов. Реализация намечена в течение 15 лет. После завершения этого срока инвесторы обязуются заменить все медаппараты на новые. Важно то, что инвестор на себя берет все обязательства по оснащению, проведению строительных, ремонтных работ, поставки оборудования, обслуживание оборудования. Услуги будут предоставляться по стоимости ниже, чем в частных клиниках. И это будут доступные услуги на очень высокотехнологичном оборудовании. Подобных аппаратов будет установлено еще 5. 2 будут расположены в Бишкеке, остальные установят в регионах. Здесь один на базе Национального диагностического центра, второй, четвертой горбольницы. Но на основе, вот в рамках этого проекта такие же центры с современными аппаратами будут открыты еще в нескольких городах. Значит, Балыкчы, Өзгөне, Токтогули, Кадамджай. Такие центры очень важны, потому что они позволяют улучшить диагностику. В ближайшем будущем также совместно с российскими партнерами устанавливаем 2 лучевые установки на основе государственно-частного партнерства. Ну и дальше будем рассматривать также строительство и больниц, и клиник, и даже международных центров. Отметим, что в целом возможности Республиканского диагностического центра расширяются. Сейчас здесь можно пройти диагностику практически по всем направлениям, включая УЗИ, ЭКГ, эхо, рентгенологические исследования и прочее. В прошлом году центр был полностью обновлен. Поставлено новое оборудование и современные аппараты. В рамках программы госгарантий каждый месяц 5% больных проходят диагностику совершенно бесплатно. Надежда Усова, Бекжан Токтосунов, АЛАТО 24.